Доброе утро, дорогие друзья. Май месяц. Месяц ожиданий. Месяц надежд. Тюльпанчики, как солнышки. Май месяц – один из самых любимых праздников, наверное. Может быть, даже иногда бывает и лучше, чем Новый год. Май – это тепло, май – это ожидание лета. Май – это ожидание чего-то чудесного и хорошего. Ну и, конечно же, май – это встреча с друзьями. А пить будем вот такое вино, ребят. Мы создали винодельческую компанию «Ёшка Кот». Мне кажется, очень оригинально. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Первое вино. Ложечкой. Девочки. Ой, картошечка собственного огорода. Ой, выросла. Первая картошечка. Мелкая, ой, правда, мелковато. Но зато она своя. Мелковато, Вова. Да, но зато своя. Не сгорят! А это канарская сосна, которую нам вчера привезли. Будем ухаживать. Ребят, чудесный майский денек. Так хочется танцевать.
улыбаться и немножко выпить. А мы там что, танцевать будем? Да! Загадка! В какое место мы едем? Мы будем очень много танцевать! Когда наступает вечер, уходит солнце, приходит луна, раздаются трели птиц, мы с Аллой наливаем по кружечке чая и слушаем весну. Дорогие друзья, почаще... Чтобы у вас у всех так же было. Да, почаще слушайте весну. Откройте свои уши. Хорошего вечера и нескучной ночи. Ночь.